Просто в город, просто в дом. Синий звездный небосклон. Подъезжаю к станице Советской. С дороги Вешенская-Облицкая эту станицу можно проехать вот просто очень легко. Потому что располагается она в низинке, ее не видно. То есть тут вот стоит дом, элеватор, а все остальное там находится, он снизу. А оказывается, станица довольно-таки большая, около 3000 человек здесь проживает, и там много домов, есть свои достопримечательности, памятники. Вот так вот она уютно в низинке за холмиками приютилась. Вот памятник героям погибшим в годы войны. Новое здание садика, школы. А вот чудо-постройка, баня. В советские времена это в каждом селе было. Такая общая баня. Люди в субботу все шли туда с вениками, шайками. Вот это уже дедушка Ленин в столице Советская. Вид со спины. Тоже, как водится, небольшой, симпатичный, ухоженный скверик. Как красиво, благоустроено, уютно. Прогуляемся немножко по парку поселка Советская. Это центральное место, где люди отдыхать прибегают. Вот. Станичники, станиц Советской, землякам погибшего во время Гражданской и Отечественной войны. Парк располагается рядом с главной торговой площадкой. Вот здесь вот Пятерочка, рынок, который в четверг, как ни странно, работает Советской. Дальше идет Покупочка. Два крупных федеральных магазина. Здесь вот такая площадка, где люди собираются во время памятных мероприятий. И вот такой новый памятник. Поставили в этом году. Сейчас подойдем к нему. Вот такая здесь площадка пограничника открыта 28 мая 2019 года. А, день пограничника будет. Здесь такую площадку откроют. Уже написано, что открыто. А вот главный памятник, на котором перечислены герои-станичники, которые не вернулись с войны. Да, по-прежнему в наших малых поселках главными достопримечательностями являются как раз военные объекты, военные памятники, скульптуры. Ну вот, зато еще появляются вот такие вот детские площадки. Все больше и больше, практически во всех поселках. Правда, загорожены, видимо, здесь детский садик. Вон там стадион есть. Приятная такая зеленая зона, которая одновременно является главной достопримечательностью поселка. Вот еще детская площадка. И даже закаты в наших ростовских поселках, станицах, слободах восхитительны, неописуемо красивые. А? Красотища, сила.